Доброго вечора. Вітаємо вас на соціальному освітньому проєкті Школи IT-професіоналів Профіт при Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського ХАІ. Мене звати Дмитро Чумаченко, і сьогодні ми продовжуємо серію заходів, присвячених штучному інтелекту, і, власне, поговоримо про стартапи. І у нас в гостях сьогодні Ганна Шувалова, керуюча партнерка венчурної студії ПАВА. Привіт, дякую, що знайшла час для нашого заходу. Привет, Дима, привет всем. С вашего позволения я буду делать доклад по-русски. Если у кого-то будет очень много сомнений и замечаний по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я переведу отдельные моменты для вашего понимания. И слайды у меня на английском языке, поскольку мне приходится много работать с иностранными партнерами и инвесторами, настолько, что письменная коммуникация мне хорошо либо это или плохо, но лучше дается по-английски. Соответственно, сегодня мы поговорим про стартапы в искусственном интеллекте, возможности и сложности, с которыми они сталкиваются. Для начала чуть-чуть хочу рассказать о себе и почему вообще я рассказываю сегодня, говорю сегодня на эту тему. Я управляю ПАВой, это венчурная студия, которая занимается запуском и развитием стартапов, построенных вокруг технологии машинного обучения. Мы начали эту тему довольно недавно. До этого я занималась 2 года инвестициями в фонде Horizon Capital, это самый большой украинский инвестор, занималась как раз технологическими стартапами. Ну и сама успела в свое время поработать в стартапах. В моем случае это был Genesis, который в далеком 2014 году, когда я к ним присоединилась, был еще стартапом. Сейчас это одна из самых крупных украинских продуктовых компаний со штатом более 1500 человек. Еще из интересного обо мне, я более 12 лет занимаюсь инвестициями, в разных сферах инвестировала, в стартапы инвестирую уже последние лет 7. Ну и у меня была возможность на год приобщиться к стартап-культуре в ее таком первоначальном и каноническом воплощении. Я училась в Стэнфордской бизнес-школе. Соответственно, очень близко удалось познакомиться с стартап-экосистемой в долине. Я очень многому научилась и надеюсь теперь все эти уроки воплотить в жизнь на украинском рынке. Для начала хотела бы немножко сделать такую интро по поводу того, что же такое искусственный интеллект. Ну, искусственным интеллектом часто называют очень много разных вещей. И, как заметил Мэтт Велоса, есть большая разница между тем, что называют машинным обучением, и искусственным интеллектом. И есть такое обобщенное утверждение, что если текст написан на Питоне, значит, это машинное обучение. Если в PowerPoint, значит, это искусственный интеллект, поскольку для того, чтобы питчить инвесторов, все, кому не лень, называют искусственным интеллектом очень-очень многие вещи. Ну, соответственно, в нашем случае мы говорим в первую очередь о стартапах, построенных вокруг технологии машинного обучения, их возможностях в этой сфере и основных проблемах. Что такое стартапы? Стартапы многие люди, особенно начинающие или следящие за стартап-жизнью, представляют себе как бесконечные выступления на сцене. Кто-то представляет это как потоки денег от венчурных инвесторов. Кто-то вообще представляет это вот так. Это картинка из Burning Man, где на самом деле очень часто собираются представители технологической индустрии из долины и ее окрестностях. Но на самом деле стартапы чаще похожи на то, на вот такую картину. Несколько ребят в маленькой квартире, которые пытаются что-то создать инновационное и прорывное. Это, кстати, кадр из сериала «Кремниевая долина». Если вы его не видели, посмотрите, очень классно передает атмосферу
которая царит там, пускай и с достаточно таким ироническим подходом. На самом деле, если говорить об определении стартапа, то стартап, мне нравится определение, которое дал Дэйв Маклюр, это фаундер инкубатора 500 стартапов. Он утверждает, что стартап — это компания, которая еще не поняла о том, как должен выглядеть его ее продукт, кто ее клиенты и как на них зарабатывать деньги. Поскольку ПАВА, венчурная студия ПАВА, которую я возглавляю, также в своем роде стартап, я бы хотела рассказать, как мы подходили к его построению и плавно таким образом показать первые этапы и основные моменты, на которые нужно обращать внимание при создании любого стартапа, связан он с машинным обучением или нет. А потом мы плавно перейдем к специфическим особенностям, которые касаются непосредственно стартапов, построенных вокруг технологии машинного обучения. Итак, первый вопрос, на который должен ответить любой фаундер стартапа, это вопрос, в чем, какую проблему будет решать продукт. Чаще всего мы, инвесторы и стартап-фаундеры, имеют понимание того, какие тренды происходят на рынке, видят эти боли, которые испытывают пользователи. Чаще всего инвестора хотели бы видеть среди фаундеров людей, которые непосредственно сталкиваются с проблемой и глубоко ее понимают. Таким образом, они могут предложить решение, которое станет полезным им самим, как пользователям. В случае с Павой, я и мои коллеги, мы много лет занимались инвестициями на украинском рынке в стартапы, и мы видели такую картину. Например, если говорить о стартапах, построенных вокруг технологии машинного обучения, вот приблизительно так выглядит экосистема Израиля, страны с населением 8 миллионов человек. И вот эта вот картина, она не полная, поскольку вот этот конкретно, этот скриншот был сделан в 2018 году. В то же время мы смотрели на украинский рынок, и что мы видели? Вот так выглядит приблизительно карта украинских стартапов, построенных на технологии машинного обучения. С правой стороны вы видите успешные экзиты украинских компаний, которые были куплены зарубежными техническими гигантами. Ну а с левой стороны, соответственно, стартапы, которые сейчас активно растут и развиваются, и продвигают украинские технологии машинного обучения на мировом рынке. Это здесь кто-то может сказать, что карта не полная. Да, есть действительно большое количество более мелких стартапов в Украине, но они появились достаточно недавно. Если вы можете дополнить эту карту именами, пожалуйста, напишите в комментариях, мы обязательно их отразим в наших презентациях. И, соответственно, в чем же была проблема? Да, мы увидели, что несмотря на весь технический талант потрясающий, который есть в Украине, несмотря на большое количество проектов в машинном обучении, которые реализуются R&D-офисами крупных компаний вроде Samsung в Украине, либо реализуются аутсорсерами, ведущими аутсорсерами по заказу международных компаний, стартапов вокруг машинного обучения в Украине очень мало. Соответственно, проблему мы идентифицировали как mismatch, то есть несовпадение между количеством технического таланта и умением создавать вокруг этого таланта бизнесы. Второй вопрос, который должен задать себе любой стартап-фаундер, это насколько большой рынок. Если вы собираетесь строить какое-то решение, ну, вы должны понимать, сколько на этом можно потенциально заработать. Иначе это превратится в обычный хобби-проект, либо в лучшем случае в проект благотворительный, если вам удастся привлечь под него доноров.
В случае с бизнесом Павы, как венчурной студии, которая видит своим продуктом, собственно, стартапы вокруг машинного обучения, мы посмотрели на рынок, и вот таким выглядит ожидаемый рост выручки стартапов, построенных на машинном обучении, до 2025 года. То есть мы прогнозируем, мы ориентируемся на эти прогнозы и понимаем, что потенциально мы как фаундеры можем поучаствовать в разделе пирога, который превышает 100 миллиардов долларов. Ну, выглядит достаточно неплохо. При этом инвесторы тоже из всех стран понимают потенциал этого рынка, что выражается в большом количестве инвестиций, которые вливаются в сектор. В 2019 году в стартапы, построенные на искусственном интеллекте, влили более 25 миллиардов долларов. Ну и, наконец-то, фундаментальный вопрос, который также должен задать себе любой стартап-фаундер – есть ли у тебя правильная команда? В нашем случае команда начиналась с Reface. Reface, если вдруг кто-то не знаком, это украинское приложение по замене лиц в видео, которое уже два раза твитнул Илон Маск. Оно стало самым загружаемым в определенный момент во всем рынке мировому в App Store. И ребята также подняли финансирование от топового американского VC-фонда Андрисен Хоровиц. Сейчас у приложения уже больше 120 миллионов загрузок. Если у вас еще оно не установлено, можете попробовать поиграться, это очень весело. Соответственно, пока шла работа над Reface, родилась вторая идея, которая также была построена вокруг машинного обучения, называется стартап Zebra. Команда занимается тем, что с помощью нейросетей создает очень реалистичные симуляции жидкости, воды, которые могут использоваться в видеоиграх. И дальнейшим развитием видит генерацию других объектов для разработки видеоигр. На основании этих успехов мы с коллегами подумали, что получается вроде у нас неплохо, технически, как технически, так и бизнесово. Соответственно, мы решили запустить стартап по созданию стартапов. Вот такая наша модель и бизнес-решение. Решили выбрать своим фокусом машинное обучение, поскольку верим в то, что потенциал этой технологии практически безграничен и в ближайшее время будет использоваться для решения очень-очень многих проблем, возникающих в мире. Что делает Пава? Пава участвует на самом раннем этапе создания стартапов, на самом раннем и самом рискованном. Как видите на этом графике, до того, когда вы станете Илоном Маском, вам придется пройти очень долгий путь, на котором обычно вас будут сопровождать инвесторы. И инвесторы, которые знаете, фаундер стартапа еще не знает, как будет выглядеть его продукт, на чем он будет зарабатывать деньги и кто его клиент, вот там находятся самые большие риски, которые Пава готова разделить с вами как с кофаундером. Мы предлагаем воспользоваться всей нашей экспертизой, доступом к нашим советникам, сами инвестируем до 500 тысяч долларов в развитие и тестирование идеи и, соответственно, помогаем потом на следующих этапах привлекать деньги партнеров и клиентов. Мы, как я говорила, занимаемся исключительно стартапами, построенными на технологии машинного обучения. У этих стартапов, в отличие от традиционных софтверных бизнесов, есть свои особенности. Для того, чтобы такой стартап работал, развивался успешно, должны соблюдаться определенные условия. И вот на этом слайде изображено такой так называемый flywheel, то есть это колесо, которое помогает стартапу развиваться. Если у тебя больше, ну и ключевой элемент этой системы, это на самом деле данные.
и работа с данными и с моделями машинного обучения. То, что стартапы построены на данных и на математических моделях, создает определенные уникальные сложности, с которыми сталкиваются эти стартапы. Первое – это очень дорого. Очень дорого. Вот на фоне вы видите прекрасные облачка. Это они символизируют стоимость cloud computing. Облачные вычисления – достаточно такой распространенный элемент, который присутствует практически во всех стартапах, построенных вокруг ML-технологий. И чтобы понять, насколько это дорого, вот приведу пример из недавнего нашего общения с коллегами из AWS, Amazon AWS. Что произошло? Amazon выдает обычно стартапам кредиты. Кредиты стартапам выдают изначально там, на то, чтобы стартапы построили свои первые, построили первые MVP на серверах Амазона, протестировали, ну и, соответственно, начали им платить тогда, когда бизнес уже будет более стабильным и сможет обеспечивать затраты на инфраструктуру. Так вот, обычно Амазон дает стартапам кредиты на 10 тысяч долларов на год. Наша команда посчитала, что эти 10 тысяч долларов для тренировки наших моделей хватит ровно на 2 недели. Ну, вот такая вот история. Во-вторых, следующая проблема со стартапами, построенными вокруг ML, это то, что они сложные, и очень часто фаундерам проблематично объяснить, что и как делает их модель, когда они приходят общаться с инвесторами. С этим связано огромное количество проблем с фандрейзингом. Ко мне, ну, в первую очередь, это касается украинских инвесторов. Когда большая часть стартапов, созданных вокруг ML.AI, созданы техническими фаундерами, которые часто меряют там, всех, с кем они говорят о своем стартапе, посчитают их, что они понимают глубоко технологию на том же уровне, на котором понимают сами фаундеры. Но это далеко не так. И объяснение, умение донести информацию о своем продукте на понятном для инвестора и потенциального клиента языке на самом деле решает очень-очень много проблем для технологических стартапов. Еще один момент – это то, что тренировка моделей, она занимает достаточно много времени. Конечно, это не касается там всех юзкейсов, но во многих случаях действительно там тюнинг параметров занимает очень много времени. Соответственно, требуется перетренировка моделей, опять сжигаются ресурсы. И все это выливается в то, что цикл разработки даже простейшего MVP для он гораздо занимает больше времени и требует больше ресурсов в сравнении с традиционными софтверными историями. Соответственно, инвестор, оценивая свои возможности, он смотрит, вот здесь все понятно, это дешевле, быстрее начнет окупаться, а тут вот ML очень страшно, дорого и непонятно, сколько времени займет. Ну и в большинстве случаев принимает решения в пользу более традиционных историй. Но это, конечно же, комментарий, касающийся в первую очередь инвесторов из локального рынка, поскольку в Штатах хайп на AI очень высокий, и инвесторы часто инвестируют даже туда, ну и денег много, и поэтому инвесторы инвестируют часто даже туда, где они вообще не понимают, что происходит. Еще несколько специфических проблем, с которыми могут сталкиваться ML-стартапы, это ограниченные возможности по скейлингу, то есть расширению применения стартапа, поскольку нужно иметь в виду большое количество случаев, которые крайне редко реализуются, но при этом
могут быть критичными. Для примера, если мы посмотрим на то, что тормозит развитие self-driving cars, да, машин, которые могут сами ездить без водителя, то сейчас уже технология позволяет закрывать 90% случаев, даже больше, которые случаются на дороге. Но если внезапно вылетит откуда-то ни возьмись птица и ударится в лобовое стекло, вот это будет таким уникальным случаем, при котором алгоритм не знает, что делать. Таких случаев на самом деле очень много, и пускай они не занимают там большого в процентном отношении большого объема, но тем не менее без их решения выпускать машины с автопилотом на дороге было бы очень опасно. Потом следующий момент – это доступ к данным. Поскольку данные являются основным топливом для наших моделей, здесь, если у тебя нет данных, или их мало, или они некачественные, возникает очень много проблем, которые, в принципе, мешают сделать бизнес возможным. Поскольку клиент ожидает, что его задача будет решаться быстро, в срок и без каких-либо проволочек. Еще одна проблема – это сложности с так называемой генерализацией. Когда вы тренируете модели для одного use case, например, с одним клиентом, используя там определенную выборку данных, не факт, что ваша модель с другой выборкой от другого клиента будет работать также хорошо. И ретренинг модели займет, опять же, дополнительное время, и эти моменты тоже нужно иметь в виду. Ну и последний пункт, который я бы хотела подчеркнуть, это сложности с защитой своей интеллектуальной собственности. Так уж сложились реалии рынка, что большинство алгоритмов находятся в открытом доступе, происходит такая так называемая коммодитизация, когда алгоритмы публикуются на архиве, в принципе, все могут иметь доступ к этим алгоритмам и строить решения вокруг того, что доступно другим людям в том числе. И тогда возникает вопрос, а где же конкурентное преимущество? Вот ответ на этот вопрос, в принципе, является ключевым, если вы задумываетесь над созданием собственного стартапа на ML. Вопрос, если так много сложностей, зачем Пава и миллионы тысячи стартап-фаундеров по всему миру вообще идут в такое нелегкое путешествие? Все потому, что мы верим, что за машинным обучением будущее. Машинное обучение уже сейчас позволяет решать огромное количество проблем в очень многих сферах. И в дальнейшем с ростом количества данных и с удешевлением стоимости вычислительных мощностей количество сфер применения, где применение машинного обучения будет увеличиваться. Сейчас я бы хотела показать вам несколько очень разных кейсов применения машинного обучения на практике. Вот, например, это всем известная Тесла и то, как работает автопилот Теслы. Выглядит очень впечатляюще. Я, будучи в Калифорнии, видела не только Теслы с автопилотом, но и Вейман, который разрабатывает Google, и Зукс, который ездил по Сан-Франциско. В общем, выглядит супер круто. И как человек, который не умеет водить, я надеюсь, что скоро это станет реальностью в повседневной жизни. Еще один практический кейс – это очень интересная штука. Это робот, который в отсутствии человека может анализировать зрелость плодов и, соответственно, собирать только те помидорки, которые уже дозрели. Выглядит очень футуристично, но на самом деле такие сейчас основная проблема с такими решениями – это в первую очередь стоимость
оборудование, а алгоритмы, софтвер справляются с этим достаточно просто. Есть также и менее сложные варианты использования машинного обучения, которые просто красивые. Это генерация различных видов визуального искусства. Но в данном случае это стайлганы, которые были применены к портрету. Ну и, конечно, не могу не сказать о веселых применениях машинного обучения, которыми занимается Reface. Вот сейчас это новая история, которая была выпущена сравнительно недавно. Сейчас, надеюсь, подгрузится. В общем, да, не очень хорошо воспроизводится видео, к сожалению, но, в общем, Reface научился оживлять фотографии с помощью нейронок. Очень весело, почти как в Гарри Поттере. Ну и еще, конечно, не могу не отметить то, что с помощью алгоритмов машинного обучения можно решать и серьезные проблемы. Например, спасать мир во время пандемии, с чем успешно вроде бы... Относительно успешно вроде бы как все справляются, поскольку вакцины также были, в создании вакцин также использовались алгоритмы. Вакцинируйтесь, пожалуйста, берегите себя и близких. Я готова ответить на ваш вопрос. Супер, спасибо большое. Я присоединяюсь к тому, чтобы все были здоровы и вакцинировались. Так, я с твоего позволения прекращу трансляцию. Экрана, собственно, напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы в комментариях. И хотел, собственно, вернуться вот к тем картинкам, которые ты показывала про Израиль и кучу стартапов, и Украину, в которой их, к сожалению, пока очень мало. Как ты считаешь, с чем это связано в первую очередь? Какая главная проблема? Ну, смотри, мы работаем много с украинскими фаундерами и с украинским рынком стартапов. У нас нет никакого сомнения в том, что наши фаундеры способны создавать технологии, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. К сожалению, то, чего не хватает, это умение продумывать бизнес-стратегию и продавать. Так, видимо, сложилось исторически. Но даже запичить свою идею многим техническим фаундерам очень сложно. Несмотря на большое количество ресурсов, доступных онлайн, на которые я готова дать ссылки после этой дискуссии, многие технические фаундеры не задумываются о том, какую проблему они решают, есть ли рынок, и кто люди с ними в команде. Это первые три вопроса, о которых я говорила в своей презентации. И они супер важны на самом деле, потому что какая бы ни была крутая ваша технология, если вы не знаете, какую проблему она решает, либо если не проблему решает, то как минимум создает какую-то стоимость вроде там развлечения, да, или красоты, то бизнес вокруг этой технологии вы не построите. Это один момент. Ну, у нас немного, не такое количество капитала в стране, как в Израиле, и нет такой государственной поддержки. Сейчас все меняется к лучшему, к счастью. Есть определенный прогресс в плане запуска новых фондов, захода на украинский рынок фондов иностранных, которым стало комфортнее работать с удаленными командами после... В этом случае пандемия сыграла нам на руку. Также был создан украинский фонд стартапов, и, в принципе, продолжается очень много крутых инициатив на уровне Министерства цифровой трансформации. То есть эти элементы экосистемы, они тоже необходимы для того, чтобы стартапов стало больше. Но без того, чтобы научиться продавать и решать проблемы, ничего не выйдет. Ну и, собственно, вытекающий вопрос при отсутствии предпринимательского образования ни в школах, ни в университетах, будем откровенны, его нет в Украине.
где, собственно, эти знания взять и где эти навыки можно отрабатывать? Ну, в этом случае ПАВА – это ваше место, куда вам надо прийти, потому что на самом деле мы себя рассматриваем как такой курсы юного предпринимателя. Если вы не знаете, как правильно делать бизнес, мы можем выступить вашим партнером в этом, мы поможем пройти эту историю вместе с нами. Это как бы я должна была об этом сказать, если говорить о других опциях. Да, есть инкубаторы, где можно пройти программы как в Украине, так и за рубежом. Но есть огромное количество онлайн-ресурсов. На самом деле достаточно просто прогуглить, зайти на сайт самого популярного акселератора в мире Y Combinator, там есть школа юного стартапера. Ну, все, что нужно, это знать английский и иметь доступ к интернету. Я надеюсь, что большинство тех, кто нас сегодня слушает, понимают важность знания английского в современном мире, и для них это не станет проблемой. Также могу сказать, то ли на Udemy, то ли на Udacity, к сожалению, вылетело у меня с головы, это одна из образовательных платформ, есть курс Стива Бланка, бесплатный, совершенно замечательный, который называется «How to build a startup». Я сама у Стива брала курс, пока училась в Стэнфорде. Это самое лучшее пособие по практическому предпринимательству, которое доступно в сети. И, наверное, если говорить конкретно о бизнес-кейсах, о бизнес-логике в машинном обучении, то есть на Курсере курс Эндрю Ина, одного из самых влиятельных ресерчеров в машинном обучении, который называется AI for All, где он как раз, этот курс тоже бесплатный, и он как раз там и говорит, обращает внимание на некоторые практические аспекты применения алгоритмов. Супер, очень раскрыто ты отвечаешь, мне очень нравится. А если говорить про твою компанию, ты сказал, что, собственно, можно к вам прийти, и мы научим, что нужно, чтобы к вам прийти, какие минимальные требования к людям или к стартапам. Ну, смотри, мы с фаундерами, мы работаем как над своими идеями, так и над идеями, которые мы реализуем вместе с фаундерами. То есть к нам можно приходить со своими идеями, либо нам надо просто написать, что как бы о себе, и сказать, что я готов присоединиться к стартапу. То есть у нас есть разные возможности сотрудничества с нашей командой. Если у вас есть идея должна быть описана в какой-то достаточно детальной форме, чтобы понять, что вообще подразумевается и зачем. И наша команда ее проанализирует, у нас есть определенный набор критериев, по которым мы оцениваем различные идеи на входе. Проблема рынок, размер рынка и профиль фаундера – это одни из ключевых моментов. Мы, естественно, смотрим на то, насколько целесообразно применять ML в данном конкретном случае, сколько это будет стоить, насколько это вписывается в нашу текущую стратегию. Мы со своей стороны под это дело выделяем все свои ресурсы, помогаем нанять команду, даем офис, даем всю административную и юридическую поддержку и финансируем валидацию. Валидация в нашем случае – это весь процесс ресерча вплоть до создания MVP и по тестированию с клиентом. Мы в это инвестируем до $500,000. За то, что мы такие молодцы и все это делаем, мы, как правило, берем большую долю. Поэтому мы большую долю в акциях, да, в самой структуре компании, больше 50%. Поэтому к нам приходить тогда, когда уже есть команда и какая-то технология, это, наверное, немножко поздновато. Тогда это надо уже к венчурным фондам. Ну, а если вы чувствуете потенциал, хотите стать предпринимателем, или, там, но по каким-то причинам не решаетесь на это, осознавая все риски, стоимости этого затратного мероприятия, то я рада поговорить. Есть у нас на сайте формочка, которую вы видите, туда можно прислать свои предложения и комментарии. Супер. Когда ты говоришь, приходите к нам с идеей, ты имеешь в виду идею бизнеса или технологию? На самом деле может быть и то, и другое.
потому что мы понимаем, что есть очень талантливые ребята-ресерчеры, которые что-то классный какой-то алгоритм создали, но не придумали, как его применить для бизнеса, как построить бизнес вокруг этого. Это называется technology push, то есть есть два подхода к созданию стартапа. Market pull — это когда рынок требует, да, и есть проблема. Есть technology push — это когда есть технология, и ее прям пытаешься впихнуть в решение какого-то бизнес-кейса. Вот technology push, на самом деле, это более сложная история с точки зрения инвесторов и с точки зрения стартапов. Но таких стартапов как раз в диптеке, к которому там email можно отнести, их достаточно много, и нередко это как раз вот такие единороги из них, из таких предпринимателей потом вырастают. Поэтому мы готовы смотреть на технологии. Можно, если вы сможете достаточно понятно описать нам свою технологию, мы подумаем, можно ли из нее сделать бизнес. Супер, спасибо. Буду потихоньку разбавлять вопросами из комментариев. Можете ли порекомендовать какие-то ресурсы, книги для инвест-аналитиков, чтобы лучше разобраться в машинном обучении? Ну, для инвест-аналитиков нету специализированных книг по машинному обучению. Здесь я бы, ну, честно говоря, я тоже сама из инвестиционной среды пришла, тут каких-то суперресурсов нет. Читайте, слушайте блоги, пройдите курс Эндрюина на Курсере по основам машинного обучения. Очень полезно. С точки зрения экономики всего этого, ну, там просто есть определенные нюансы, которые нужно закладывать в свои прогнозы, которые касаются как раз там стоимости клауда и зависимости его от объемов проекта. Там, какие-то вероятностные штуки, которые касаются того, сколько нужно закладывать времени на различные этапы развития стартапа, но нет плейбука, нет. Эта сфера только зарождается, много разрозненных данных, подписываться надо на тех, кто инвестирует в AI, и общаться с ними. Супер, еще вопрос по поводу юрисдикции. Есть ли в Украине стартапы с украинской юрисдикцией, и стоит ли вообще это делать? Пока мне таких не встречалось, но надеюсь, после запуска Dia City они появятся. Ну, почему нет? Ну, очевидно, очень трудно защищать права инвесторов в условиях украинского законодательства, и большинство стартапов стараются инкорпорироваться где угодно, но не здесь. Это очень печально. Продуктовые компании включая Reface, поддерживают во многом Dia City. Надеемся, что эта инициатива будет реализована. Я знаю, что есть очень много людей в оппозиции, но прежде чем сформировать свое мнение, я бы точно советовала почитать, а что там все-таки написано. А то у нас очень часто люди как с флагами бегут, сами не знают за что или против чего. Супер. Но при этом можно находиться в Украине. Правильно? С юрисдикцией там США или Израиля или другой страны какой-то? Ну да, да, многие компании так и делают. Ну, есть операционные офисы в Украине, с которыми работают как бы структурирование операций деятельности своей в Украине, какое-то есть. Какое-то. То есть вопрос, где инкорпорирована компания, на которую приходят деньги, вот здесь чаще всего это будет в случае с бизнесами, ориентированными на продажу своих продуктов или услуг в Штатах, это, скорее всего, будет штат. Delaware – самая распространенная юрисдикция для этого. Окей. Так, такой вопрос. С каким стартапом к вам лучше приходить? С тем, который ты планируешь продать – или выйти на биржу? Ну, любые кейсы хороши на самом деле. Мы стараемся, мы в отличие от венчурных фондов,
не рассыпаем очень много денег в большое количество компаний в надежде, что одна из них станет единорогом и купит нам весь портфель. В нашем портфеле одновременно будет очень небольшое количество стартапов, поэтому мы балансируем риски, как раз отбирая, ну, стараясь держать в портфеле одновременно и стартапы, которые мы называем муншотами, да, это потенциальные единороги, которые могут выйти на биржу с капитализацией там миллиард, так и стартапы, которые могут быть проданы за несколько десятков миллионов долларов, то есть это там, чистые истории под продажу, где есть, ну, где мы сразу видим, что выход будет для нас небольшой, но мы точно покажем своим инвесторам, что мы не зря тут все собрались. Ну и, соответственно, риск успеха маленького такого, более мелкого предприятия, он гораздо выше, если ты целишься в меньший успех. Супер, спасибо. Так, какой раздел искусственного интеллекта наиболее трендовый сейчас, видимо, для создания стартапов? Ну, хороший вопрос на самом деле. Очень много всякого разного происходит, но мы видим, что больше всего стартапов развивается в NLP, Natural Language Processing, и в Computer Vision. Эти две технологии решают очень большое количество практических проблем, ну и с этим это и связано. Остальные, ну и там просто Applied Data Science. Если говорить о каких-то более экзотических вещах вроде reinforcement learning, вот это прям супер интересно. Наша команда сейчас пытается там вокруг этого несколько идей сделать. Ну, то есть здесь вопрос не в том, какая технология популярна, скорее, ну, найдите проблему, которую вы с технологией можете решить, какая разница с какой. Если вы специалист в NLP, посмотрите, что можно сделать с NLP. Не пытайтесь залезть на незнакомую территорию, это сразу снижает шансы на успех. Спасибо. Что важнее, идея, технология или бизнес-план? Реализация, я бы сказала, важнее. Ну, начнем с того, что технологии, как я в презентации говорила, они, ну, сейчас доступны достаточно широко, то есть, в принципе, для старта ты почитал архив, нашел интересный пейпер и можешь начинать что-то вокруг этого там достраивать. Идея без привязки к реальности вообще смысла не имеет. Ну, идеи они витают в воздухе, несколько людей могут приходить с одинаковыми идеями плюс-минус в одно и то же время. Там, идея социальной сети явно не была... Марк Цукерберг не был первым, кто пришел и запустил бизнес вокруг этой идеи, но то, как был реализован бизнес-процесс, вот это сыграло ключевую роль. Ну, собственно, те примеры, извини, что перебиваю, которые ты показывала, но, на мой взгляд, они не сильно вообще привязаны к реальности. Там симуляция воды в играх. Симуляция воды в играх – это, кстати, очень крутая идея. Знаешь почему? Потому что на это тратится очень много денег гейм-студий. То есть это возможность ускорить процесс разработки и сэкономить бюджет. Это прям очень практичная штука. Это прям не на поверхности и супер узкая какая-то задача. Ну, всегда лучше начинать с узкой задачи, которую ты можешь качественно этому на более широких рынках. Это когда ты начинаешь с симуляции воды, ты потом можешь перейти к симуляции там, огня, воздуха, создания внутриигровых каких-то элементов и вообще генерации целых игр с помощью технологии машинного обучения. Ну, вопрос в вижене, да, идея, ну, здесь Я, кстати, потеряла, что ты критиковал технологию или идею. Я не критиковал вообще. Да, и, ну, бизнес-план – это вот… Ну, планы – это хорошо, когда ты понимаешь, куда ты движешься, сколько это стоит, оцениваешь адекватно риски. Для меня это вот это вот бизнес-план. Но если ты один в поле воин и не понимаешь, как этот бизнес-план превратить в реальность, ну, бизнес-план тоже не поможет. Очень много элементов в стартапах, где риски содержатся. О них надо всегда помнить.
Супер. Следующий вопрос. Скажите, какое состояние машинного обучения с украинским языком? Насколько большой объем работ требуется, чтобы догнать уровень американского английского? Ну, машинного обучения, это имеется в виду NLP? Ну, я думаю, что да. Ну, я знаю, Грамарли в этом направлении делали какую-то работу, и у них получилось достаточно неплохо. Честно сказать, сколько времени потребуется, чтобы догнать, очень сложно сказать, поскольку все упирается в данные. Данных на английском языке, как вы понимаете, гораздо больше, чем больше, чем на украинском. Чем больше данных, тем эффективнее работают модели в большинстве случаев. И вот здесь, ну, попросить всех жителей Украины сделать свой вклад в развитие NLP для украинского языка, ну, наверное, можно. Вопрос зачем? Собственно, уточнение NLP Voice. Ну да, и, собственно, вы можете посмотреть видео с Grammarly, которое было пару недель назад. Они там рассказывают подробно про то, как они собирали корпус украинского языка и продолжают работать в этом направлении. Классно, что они продолжают. Это прям супер. Вопрос такой, можно ли прийти с идеей, но с непониманием ее бизнеса и в чем бизнес рефейса? С идеей технологической, получается, мы, похоже, возвращаемся к твоему вопросу. Да, можно. Да, можно. В чем бизнес рефейса? Сейчас бизнес рефейса состоит из того, что многие пользователи классно проводят время, заменяя свои лица и создавая всякие прикольчики. Часть из них за это смотрит рекламу, часть из них за это платит подписку. И, в принципе, все работает достаточно неплохо. Но деньги, полученные на гораздо более масштабную задачу создания социальной платформы, ребята об этом много говорят в своих интервью, можно их посмотреть онлайн. Супер. Время неумолимо приближается к концу. Вы еще можете оставить свои вопросы. Я хотел, собственно, такой вопрос еще задать для тех, кто для наших слушателей, которые находятся на самом старте своего пути и которым, собственно, интересно как предпринимательство, так и сфера искусственного интеллекта. С чего бы ты посоветовала начать? У меня тут кот пришел к нам в гости. С чего начать? Ну, во-первых, подумать, насколько вы готовы прыгать в предпринимательство. Это зависит от очень многих факторов. Это риски, надо идти на них осознанно. Надо понимать, что если вы провалитесь, это не конец света. Надо подумать о том, кто с вами будет рядом на этом пути, и, соответственно, как вы будете это финансировать, потому что новые стартапы это не просто. Иногда есть смысл пойти поработать где-то full-time, если там вы только закончили университет или находитесь там на последних курсах, имеет смысл получить практический опыт. Потому что стартап, если вы становитесь фаундером стартапа, вы управляете командой. Управление командой — это не то, что дается вот так вот. Люди к этому очень часто идут много лет. Надо быть готовым, что будет много проблем, будут ошибки и так далее. Подумайте об этом, оцените свои сильные и слабые стороны, пробелы. Я не призываю отложить начало создания стартапа на потом. Скорее, понимая свои пробелы в знаниях, можете структурировать свое общение и там какой-то процесс обучения так, чтобы эти пробелы закрыть наиболее эффективно. И в процессе обучения очень важно, чтобы, ну, возьмите себе советника. Пообщайтесь с людьми, которые уже умеют, которые уже чего-то достигли, которые запустили стартап или хорошо разбираются в технологии, в которой вы видите потенциал для создания стартапа. Придите к этим людям, скажите, мне нужна помощь. Это не страшно, это не больно. Самое страшное, что может случиться, вам скажут нет. Но в вашей жизни от этого в худшую сторону ничего не поменяется. Супер. А если копнуть еще глубже,
на этап обучения. Что, собственно, в таком случае лучше изучать? Там, математику, программирование, управление персоналом или экономику? Ну, смотри, это фаундеры бывают разных типов, бывают кофаундеры, да, я большой сторонник того, что не нужно пытаться все делать самостоятельно. Если ты хороший технарь, или там ты хорошо разбираешься в математических моделях и знаешь, как кодить на питоне, но при этом не любишь общаться с людьми, и у тебя дрожат коленки, когда ты думаешь о том, что тебе нужно питчить свой стартап, найди себе в напарнике кого-то, кто, наоборот, чувствует себя в таких ситуациях, как рыба в воде. Сделайте это вместе, и как бы и проще будет, и веселее, и эффективнее. Супер, спасибо тебе большое за твое время. Было интересно, я уверен, что полезно. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Мы, собственно, приближаемся к завершению нашей серии. И в следующий вторник поговорим с Виталием Гончаруком. Это глава комитета по развитию искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. И поговорим, собственно, про роль искусственного интеллекта в развитии Украины и про состояние этой сферы в нашей стране. Спасибо еще раз тебе большое за твое время и за твой опыт, которым ты поделилась. Спасибо, что пригласил. Была очень рада пообщаться. Надеюсь, было полезно. Да, если есть какие-то идеи, делитесь ими, присылайте на нашем сайте power.ai. Если хотите получить какой-то там совет, я не знаю, пообщаться еще о стартапах в искусственном интеллекте, можете меня добавить на Фейсбуке. Я обычно очень открыта к общению. Супер. Спасибо большое и до встречи.